Привет! Категорически рад видеть вас у нас на канале «Мужики у плиты». Категорически рад вас видеть у нас на летней кухне. И сегодня у нас будет необычный ролик. Сегодня мы с вами будем заниматься не готовкой, а попробуем разобраться с одним очень важным вопросом, таким как уборка рабочего места. Надо сказать, что понятно, это место, где я готовлю, где рождаются все наши ролики, я убираю. Но за несколько лет эксплуатации самой печи она получила, ну, несколько уже не тот вид, который был, когда мне эту печь задавали мастера-печники. То есть о чем я говорю? Когда на мангале работаешь с шампурами, работаешь с мясом, ну, как бы то ни было, да, но за годы эксплуатации все равно мы вот видим, здесь появляются жирные пятна. То есть зона, где мы работаем с казаном, она опять-таки наиболее подвержена вот этим вот жирным пятнам, которые, ну, для меня, по крайней мере, ну, совершенно непонятно, как отмыть. Все мои попытки разобраться с этим вопросом, влезть в интернет, найти ответы, еще раз повторюсь, таким образом, чтобы безопасно, да, очистить все эти вещи, чтобы не пострадал в будущем камень, я не нашел. Ну и опять же, вы видите, что сама архитектура вот этого печного комплекса, она подразумевает кучу мест, где так или иначе скапливается пыль, скапливается вся вот эта вот грязь, да, которая наносится там с улицы и так далее. Поэтому для меня стало принципиально важным найти специалиста, причем найти узкопрофильного специалиста, который мне поможет очистить всю вот эту вот конструкцию, да, и в целом приведет в порядок в мою кухню. Почему? Потому что, ну, опять-таки, лучше я свое личное время потрачу на готовку интереснейших блюд, которые покажу вам. Что еще хочу отметить? На сегодняшний день я попытался найти напрямую, да, через интернет, через этот поиски «Чистим печи». Такой услуги нет. И я решил обратиться к, не знаю, порталу, который мне, по крайней мере, на слуху. Это Юду, которая обеспечивает поиск специалист. Ну и давайте посмотрим, что из этого получилось. Так, ну что, вот я скачал с этого самого софт-стора эту софтину, Юду, зарегистрировался, значит, чем мне помочь? Все прозаично, убрать летнюю кухню с печкой. Так, создаю. Значит, помещение мне нужно другое. Так, разовая уборка один раз, каждый день, один раз мне будет достаточно. Поехали. Значит, что мне нужно будет? Помыть холодильник внутри духовки, внутри. Помыть печку особо не вижу. Давайте духовку, наверное, свечей печь. Поехали дальше. Так, адрес привяжемся к геолокации. Далее. Когда я хочу, чтобы меня начали? Значит, сейчас у нас 11:30, ну давайте на 3 часа, чтобы приехал, чтобы дня хватило ему закончить работу, ну, до 8. Готово. Далее. Какой бюджет? Минимум 1000. Ну, реально, я думаю, 1005 придется отдать за все за это. Застрахованным исполнителем не пойми чего. Ну, ладно, пусть будут. Оплата через резку. Поймешь ничего. Так, добавить фото. Давайте фото добавим. Так, сделаем мы фото. Использовать. Добавить. Камера. Так. Использовать. Так, описание. Отмыть помещение летней кухни. Отмыть кирпичный печной комплекс. И, наверное, сюда я добавлю, что безопасными средствами. Безопасными средствами. Ну, наверное, так. Сделать приватным. Только вы, да? Ну, публикуем. Спасибо, что доверили свою задачу.
перейти к заданию. Ну, задание появилось, ждем откликов. Так, ну что, вот у нас прошел час, я смотрю, уже целых 15 просмотров и где-то... О, предложение. Так, Илья, Сайрагул. Так, это 4 готов отдать. За 4 сделать. 5,5. 5,5. Что-то писал 5 тысяч, пишет 5,5. Айткуль. Так, ну, мне кажется, вполне логично, что подтвержден. 100-200, не пойми чего, 100-200. Подъехать через пару часов. Так, о, еще новое предложение. Опять 5,5 тысяч рублей. Илья. Давайте сейчас с ним свяжемся. И хоть попробуем понять, работал, не работал он с печами. Илья, добрый день. Это вас по объявлению в Юду беспокоит по поводу печки. Да, вы подскажите, пожалуйста, а у вас опыт был работы вот с кладкой, с кирпичной, печной? А, то есть работали, да? Ну, мне просто принципиально важно, чтобы... Да. Да, чтобы не было проблем. Все, хорошо, когда сможете подъехать? Ну, отлично, отлично. Да, это Подмосковье, так что давайте выезжайте, жду. Угу. Спасибо, на связи, да, это мой номер. Все, жду. Так, ну что ж, раз готов приехать, быть тогда нашему пятизвездочному практически Илье исполнителем. Погнали. Ну что, вроде как едет большой специалист, который сейчас со всем с этим волшебством у нас разберется и сделает действительно чистую, действительно новую буквально мне кухню. Давайте посмотрим. Так, ну что, звонок пришел от нашего исполнителя, вроде как вот он уже здесь. О, добрый день. Вы с клининга, да? Да. Все, давайте проходите. Ребят, ну я с Ильей переговорил, объяснил ему ситуацию, что я такой начинающийся блогер и попросил разрешения на съемку. Он любезно согласился помочь в нашем вопросе, чтобы, ну, по крайней мере, вы все видели, во что это все превращается. Илюш, смотри, какая ситуация. У меня, скажем так, уже несколько лет вот эта вот печь, да, это печной комплекс, и он, ну, вот видишь, в каком же состоянии, да? Так, Илья, ну и в принципе, понимаешь, да, вот мне необходимо вот здесь вот, ну то, что мы проговаривали, да, что-то от меня еще нужно или ты полностью экипирован? Нет, у меня есть, в принципе, все, от вас нужен только пылесос. Ага, по времени сколько это займет? По времени, ну примерно час, часа полтора-два. За полтора-два часа справишься? Да. Ну отлично, давай. Погнали тогда. Илья, ну что, как у нас обстановка? Да, все отлично, все. Ну, отмывается грязь. Уходит, да? Да, грязь уходит, все. Так, а по кирпичам, я смотрю, тоже прошелся, да, тут разочек один? Ну да, да. Ну давай сейчас подсохнет, посмотрим, как это все будет. Все, давай, Бог помощь, отлично. Ну что ж, распрощался с Ильей. Оказалось, на самом деле, конечно, это никаких не полтора, не два часа, а целых без малого пять. Но что могу сказать? В целом, я, конечно, доволен. Причем доволен тем, что, во-первых, у меня освободились руки, я за понятную для меня, по крайней мере, цену все-таки смог решить вопрос. Пусть это будет раз в три года, этот бюджет я смогу себе позволить для того, чтобы почистить, да, капитально почистить свою печку, свое рабочее место. И мне понравилось, что буквально за один день, когда вот пришло вот это вот решение, что не самому рукава закатывать и здесь впахивать, да, целый день свой выходной, а пригласить кого-то со стороны, этот вопрос решился буквально для меня за два часа. То есть с момента размещения заказа до приезда исполнителя, ну, там два часа, наверное, они и прошли. С учетом того, что я еще и не в городе. Единственное, что необходимо отметить, да, ну, это, наверное, то, что высыпало буквально через полчаса энное количество вот этих вот исполнителей, понять там, кому дать предпочтение, да, но я все-таки пошел по пути, наверное, да,
количество отзывов, качество отзывов, ну и банально тот, кто предложил наиболее дешевую цену. Поэтому, друзья, вот мой опыт. Смотрите, принимайте решения сами. Пока.